Здесь боялись не подняться, но палки, третий упор помогает или не помогает, не знаю, сейчас посмотрим. Все помогает, нет, не очень. И еще раз попытка. Ну, девочки уже поднялись, но вот этот мужчина прихрамывает. Видно, что он идет издалека. Итак, здесь змеи, но мы идем дальше. Нас это не пугает, особенно девчонок. Есть кто дома? Нормально, все вроде цело. Трусишка. Поэтому он крадется. Держится за поручень. Если вдруг что-то обвалится, он повисит на поручне и будет ждать помощь. Вот. Но помощь здесь быстро не придет, потому что это железная дорога, заброшена. Вот. Вот такие опасности его ждут. Все там нормально. Люк. Она специально открыла, думает, что он слепой и пойдет в люк. Так, вот здесь люк. Там лестница железная. Там лестница железная. Будем туда спускаться? Желания нет. Ладно, идем дальше. Здесь конец железной дороги. Итак, мы дошли до окончания моста и конца железной дороги. Дальше заросли и неизвестность. То есть все равно туда ближе к границе. Ладно, а мы идем назад.